Мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силы. Бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными политическими средствами. Все напрасно. В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Данцик war und ist eine deutsche Stadt, Korridor war und ist deutsch. Украина для нас – это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Особо хочу подчеркнуть. Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает.